Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассмотреть с вами новое многофункциональное зарядное устройство Кулон 912 производителя фирмы Balsat. У данного прибора есть несколько уникальных особенностей. Например, в расширенном режиме заряда вашей аккумуляторной батареи вы можете выставлять до 20 различных параметров. В сервисном режиме вы можете увидеть фактическую емкость вашей батареи, а также произвести контрольно-тренировочный цикл. Ну а для удобного управления всеми функциями предусмотрена возможность беспроводной связи. Для подсоединения к зарядке необходимо любое устройство на базе Windows, iOS или Android. А для работы с ней подойдет любой стандартный браузер. Давайте посмотрим, что внутри. Корпус из белого пластика, черная матовая лицевая панелька. Снизу прибора есть отверстие для SD-карты. И в дальнейшем мы сможем обновить программное обеспечение зарядки. Сзади убираются клеммы для вашей батареи. Там же расположен сетевой шнур. В комплекте идет краткое руководство по эксплуатации. Однако, если вы хотите научиться пользоваться всеми функциями данного прибора, необходимо пойти на сайт производителя balsat.ru и скачать полную инструкцию. Сейчас давайте попробуем подключиться к Wi-Fi сети нашего прибора. Для этого необходимо включить розетку, а на нашем гаджете поймать Wi-Fi сигнал. Вводим пароль 5 единиц. И после подтверждения подключения заходим в браузер. В браузере мы вводим IP-адрес 192.168.1.5. Жмем Enter и попадаем на стартовую страницу нашего прибора. А на лицевой панели должен замигать синий индикатор. Давайте рассмотрим режимы работы прибора. Начнем с заряда аккумуляторной батареи. Предлагается два режима. В простом вам нужно задать параметры аккумулятора и нажать кнопку «Выбрать». Далее отобразятся рекомендуемые для вашей аккумуляторной батареи максимальные значения напряжения и тока заряда. Вы можете использовать их или установить свои. Для начала заряда нужно нажать кнопку «Старт». Вернемся назад. В расширенном режиме вы также задаете параметры аккумуляторной батареи и, нажав кнопку «Выбрать», вам предлагается сделать ряд настроек. Вы можете осуществить отсрочку заряда, задать параметры предзаряда, используя при этом импульсный или постоянный ток. Далее в основном заряде установить свои параметры. При этом существует возможность включения асимметричного заряда. Окончание заряда можно производить по току или по напряжению. По умолчанию включена функция хранения аккумуляторной батареи в режиме поддержания заряда или в режиме повторного заряда. Для того, чтобы начать работу, вам необходимо нажать кнопку «Старт». В качестве блока питания также доступны два режима. В простом мы вводим значение напряжения и максимального тока. А в расширенном, помимо этого, мы можем задать отсрочку включения и использовать импульсный режим. В режиме сервиса АКБ вы задаете параметры вашего аккумулятора, а далее параметры заряда и разряда. Подводя итог, можно сказать, что на рынке появилось не просто устройство для автоматического заряда аккумуляторной батареи, а надежный многофункциональный прибор, идеально подходящий для заряда и обслуживания вашего аккумулятора, с удобным управлением через браузер, что позволяет задать большое количество параметров работы, с возможностью сохранения своего профиля настроек в памяти прибора.